Доброго времени суток. Вот, смотрите, что творится на полу. Как будто снег прошел. Вот эта штука называется спороношение. Ну и вот тут все в тумане из-за того, что идет спороношение. Вот споры. Выделяется. Вот хотел показать приблизительно картину. Ну, вот как-то так. Вот Серега, Андрей, вот с кем мы начали в этом сезоне работать. Ну, вот приблизительно картина грибная. Выглядит вот таким вот образом. Это специально была посажена первая партия в этом сезоне. Из того мицелия, который пробная партия. Вот так приблизительно выглядит это у меня. Так что вот посмотрите, если у вас картина как-то отличается от вот того, что вы видите, значит, что-то вам нужно где-то в чем-то разбираться. Что-то там не так с какими-то параметрами. Нужно, значит, что-то подровнять. Звоните, спрашивайте. Ну вот. Здесь просто одна вот такая. Вот такая гроздя. Ну и вот такая картина. Все, я отсюда бегу, потому что сейчас надышусь спор, а завтра буду кашлять. Всем до следующих встреч на канале Funny Mushroom School с Максом Селлером.